Для выставки в Доме молодежи был еще один важный повод. Гильдии фотохудожников города, которая устроила этот фотовернисаж, исполнилось 18 лет. Дата хоть и не круглая, однако это значимый повод, чтобы, как говорится, остановиться, оглянуться на пройденный путь. Организатора этой выставки, Давида Матвеевича Лейкина, я знаю, но чтобы не соврать, где-то 68-го года. Можете представить, сколько и как. Он тогда еще молодой был, бойкий, и он был, присутствовал и занимался в клубе «Чайка». Был такой клуб, самый первый в городе Таганроге. И, собственно, и я там был. Ему где-то лет 27 было, мне лет 18 было, ну, такой возраст. И поскольку он выставляет работы свои и своих учеников, я всегда прихожу и смотрю на них. Работы грамотные, красивые, выразительные, но художников в городе мало осталось. И если кто-то разбирается в художественной фотографии, то это Давид Матвеевич. Поэтому я всегда рад посетить его выставку, посмотреть, осудить или похвалить. Ну, всякое бывает. Потому что все субъективно. Одна работа нравится, другая может не нравиться. А другому наоборот, та, которая мне не нравится, нравится другому. В принципе, я получаю удовольствие, приходя на его фотовыставки. На выставке было представлено более 80 работ опытных фотографов, а также молодых фотохудожников. Гильдия родилась как некоммерческое объединение, которое всегда пропагандировало любовь к фотографии как искусству. Она интересна не только выставочной деятельностью, но и своими людьми. Костяк гильдии составляют фотохудожники, которые давно и успешно занимаются фотографией. Разные поколения фотохудожников успешно дополняют друг друга, а преемственность поколений идет на пользу и заставляет взглянуть по-новому на привычные явления, вещи и события нашей жизни.